Всем привет, ребятушки, доброго дня, доброго вечера. Приветствую на канале Лагун Плей. Продолжим прохождение игры Horizon Запретный Запад. У нас тут модифицируйте свое копье на верстаке. Острие копья, уровень 4. Мы меридианчики, и знаете, здесь есть всякие приколюшки. Нужно поговорить. С друзьями можно поговорить. Видите, сколько тут всяких вопросиков, да? Сегодня у нас такой позитивничкиный момент будет. Будем болтовней заниматься. А вот смотрите, я пошел сюда. А, это, наверное, жена этого Авада царя, да? Так, вот тут еще, ребята, есть какой-то момент такой. Смотрите, кто это? Это часть убитого нами истребителя. А, точно? Он тут вот. Эта машина была последней линией обороны Аида. Ага. Она притащила сюда сферу, а потом чуть меня не убила, но теперь это просто груда металла. Да-да-да, я помню, такая большая была Бибизика. Ох, мы тут с ней дрались. Помню, да. Было дело. Так, вот здесь, видите, какая красивая. Мне сделали монумент. И я там просто прекрасно. Привет, королева. Я ее спас. Королева на саде. В прошлой серии. Защитница. С сынулькой. Что нужно сказать? Мы нескончаемо признательны тебе, защитница, за спасение меня с мамой из крепости и защиту нашего священного города против сил тени. Все правильно? Ты молодец, Итамен. Очень приятно. Итамен. Защитница, ты научишь меня стрелять из лука по машинам? Итамен, меня ждет очень важное задание, принц. Ага. Спасти мир? Вроде того. Но когда я вернусь, я дам тебе несколько уроков. С радостью. Ну, отлично, ладно. Итамен будет ждать. Мы перед тобой в долгу. Мы этого не забудем. Да светит солнце твой путь. Берегись громозевов, защитница! Блин, надеюсь, этих громозевов тут никаких не будет. Так, и там он туда куда-то показывает, смотрите. Типа там что-то есть или нет, или это мне так показалось сюда. А, ну давайте тут тогда обойдем. Остовы машины. Останки битвы у пламени. Ага. Машины Аида едва не одержали над нами верх. Но мы выстояли. Мы молодцы, молодцы. Ну, наконец. Она не хочет лишнего внимания. Это и правда ты? Настоящая живая легенда. Типа того. А, они тут. Это Азирам, они тут тоже помогают. Эй-эй-эй! Это она! Шлак! Спасительница, это ты? Клянусь кузней, я там был. В Меридиане. Какая честь! Что-то не вопрос, ребята. Ищи железо среди обломков. Пламя, спасительница. А-а-а. Та битва принесла много разрушений. Ха-ха. Ругаются. Привет, ребята, привет. Старый собиратель. Спасительница. Ну, привет. Как там нога твоей мамы? Да, ну это явно не нам было сказано про ногу мамы. Так, давайте к королю подойдем тогда, что ли. Типа свали. Скульптор хотел чего-то масштабного, вдвое больше, с камнями и позолотой. Но я подумал, ты вряд ли такое оценишь. Это правда. Интересно, в руки не устал так держать? Прости, Авад. Рада тебя видеть, но не могу остаться. Ясно. Я надеялся, ты остановишься в городе. Может, во дворце. Меридиан все еще в опасности. И не только он. Мне придется уйти на запад. На земле Тенакт. Во имя солнца, Тенакт?
Что ж, может, Марат уже говорил. После долгих лет вражды нам удалось заключить мировое соглашение. Есть такое дело? Через пару дней туда отправится посольство. Вау, круто! Годы вражды? Когда ты говоришь о годах вражды, речь идет о красных набегах? Ну да, моя любимая тема. Я бы не спросила без надобности. Как ты знаешь, мой отец нападал на другие племена. Азирамба, Нук и Нора сильно пострадали в сражениях с ним. Но Тинакт сумели отстоять себя. Собрали войско и напали на нас у света пустоши. Выгнали со своих земель. Вновь выстроить общение с ними было тяжело. Mm-hmm. Так, надежда на мир. Посольство давай. Чем это новое посольство особенное? Как и этот день его украсит важная персона. Ха-ха. Делегация встретится с Тенакт у света пустоши. Дадим сокровищ, и они вернут пленника. Фашава, одного из лучших солдат. Солдата? Или захватчика? Нет, не тот случай. Фашав мой кузен. Он не похож на таких, как Гелис. Он отправился на запад в надежде обуздать некоторые крайности. Но во время героической обороны нашего лагеря в Алых Песках его схватили. Он остался в плену. Алых Песках. Так, ладно, кто такой Фашав? Твой кузен Фашав. Как долго он был у Тенакт? 5 лет. Послы Тенакт клянутся, что он в порядке, но не знаю. Их племя известно своей жестокостью. Как он выжил? Кормили хорошо. Ну, скоро узнаю. Встретишь его раньше меня? Передай, что я жду его в Меридиане. Там, где я буду. Непременно передам. Угу. Так, ладно, про Итамена спросим. Итамен счастлив. Ты подарила ему счастье, вытащив его из закатной крепости. Так, нифига у него мишка большой. Он растет достойным человеком. Именно такой должен наследовать корону. А разве корону наследуют не сыновья? Ну, да. Но сперва мне надо хотя бы жениться. Марат постоянно пытается подобрать мне невесту. Но я понял, что хочу разглядеть в них ту, кем они быть не могут. Я застеснялась. В любом случае, я никогда не стремился к трону и не хочу сидеть на нем вечно. Когда Итамен повзрослеет, я передам ему власть. А без короны я, наконец, смогу странствовать. Кто знает, может, составлю тебе компанию в путешествиях. На словах все так просто. А что такого? Как ты убедил Тенакт начать диалог после войны? Так же, как привлек твое внимание. С помощью даров. Тенакт любят диадемы? Скорее, железо, специи и артефакты, добытые в бою. Мы встретились с ними несколько раз, и подарки сняли часть напряжения. Но новое посольство важнее предыдущих. Знак, что Тенакт не возобновят старую вражду. Ну, надеюсь. Ну, ладно, пора мне. Мне пора идти. Подожди, Элой. Я должен кое-что спросить. Ну, давай. С тех пор, как ты ушла, я не мог ни о чем думать. Сейчас неподходящий момент. Другого не будет. Ты снова уходишь, и я не знаю, когда еще мы увидимся. Ты что, хуй, влюбился, что ли, в нее? Я не пытаюсь остановить или удержать тебя. Но скажи, когда ты завершишь свое дело, ты вернешься в Меридиан? Надолго, чтобы мы успели провести время вместе и смогли узнать друг друга получше. Любовничек, говорю же. Значки эмоционального выбора предлагают вам возможность решить, как именно Элой должна проявить себя.
Выберите, и Элой будет напрямую конфронтацию пойдет. Выберите, и Элой используется логика, чтобы отдатиться на... Выберите, и Элой вырастет сострадание или откроет во что-то верит всем сердцем. Ага, ты шутишь? Сейчас не время. Давай сейчас не время. Ават, ситуация требует от меня полной самоотдачи. То, с чем я борюсь, угрожает не только Меридиану, но и многим другим местам. Многим невинным людям. И то, что между нами, не так важно. Сейчас не время. Ты права. Я веду себя глупо. Ха-ха! Выкуси! Король должен понимать, что значит отдавать все силы. Прошу, прими мои извинения. И пожелания успехов во всем. Конечно, конечно. Ты засмущал девчушку. Все наши надежды только на тебя. Она вся, он красненькая. Любовильный королюшка. Так, а тут-то кто? Похоже на мемориал. А, да. То мемориал, точно. В память о всех, кто погиб в битве у пламени. Много храбрецов вышло здесь на бой с Аидом. Так, ладушки, здесь мы со всеми потрепались. Хи-хи. Так, идем в город. Там тем более есть что-то вот наверху. Наверху. А вот и наверх проходик. Спаситель. Вот. Это большая есть честь так для меня. Те, кто участвовал в битве у пламени, вовеки не забудут твой подвиг. Да, ребята, да. Молодцы. Я так рада, что наконец... О, вот вы. Утит, Ванаша, спасибо, что пришли. А как иначе? Пусть ты и бросил нас сразу после тяжелой битвы. Ванаша, хватит. Она же вернулась, так? Ненадолго. Я вижу этот ее взгляд. У нее появились новые дела, и они не в Меридиане. Я ушла не потому, что хотела этого. Мне... Охотница, не надо. Ты не должна перед нами оправдываться. Ты спасла нас. Если нужно уйти, иди. Мы все понимаем. Всегда. Так, ладно. Как дела? У вас, кажется, все хорошо. Наш броненосец заделался военным советником короля солнца. Теперь людям приходится выслушивать все его речи. Да пощадит солнце их души. По крайней мере, я иногда все же говорю что-то умное. Что-что? Я уже заснула, пока ты говорил. А ты как, Ванаша? Присматриваю за Насади и Итаманом. Совмещаю охрану и жизни и... Дурное влияние. Ха, я про уход за ребенком, но твоя версия лучше. Не думала, что ты станешь няней. Итаману повезло. Эй, я не только сказки ему рассказываю. Насади была женой безумного короля, у нее есть враги. Я уже пресекла пару покушений. Да, можешь скрывать это, но внутри ты мягкая, как подушечка. О, хочешь узнать, какая? А? Ох ты ж. Мы говорили об этом. Ну, да, я признаю. Итаман очень милый и забавный, и уважает меня, мне он нравится. Когда не забывает помыть руки после ловли червей в грязном саду за солнечной террасой. Так, про Эмита мы наболтались. Давно я не бывала в закатной крепости. Что случилось с Кархой Тьмы? Ты разделалась с затмением, и у них не осталось жрецов и командиров, чтобы запугивать людей. Ават помиловал всех, кого силой заставили служить тьме. Люди ушли из крепости, вернув ее Аваду. Дом Солнца снова един. Ават хотел, чтобы Утит стал там командиром гарнизона. Но наш капитан Милашка отказался. Ходят слухи, что он остался в Меридиане ради меня. Это чушь, конечно. Конечно, чушь. Ну, знаем. Тебе пора. Иди, пошла прочь. Мы верим в тебя, защитница. Верим и помним. Окей, ребята. Но пообещай, охотница, что вернешься и расскажешь о своих приключениях.
Если мне похвастаться нечем, хоть тебе послушаю. Не проблема. Не знаю, а мне уже не терпится дорогу. Вместе мы все преодолеем. Ладно, ребята. Уху, использовать верстак, улучшение копья. Редкая копишка-то, смотрите, да? Так. Ага, изготовлено. Для использования требуется навык резонаторный взрыв. Ну, мы что-то сделали. Так, больше ничего не сделаешь. Так, главный блокиратор установлен. А. И кое-что новое, чтобы копить и выпускать энергию. Резонатор. Он поможет в битвах. Угу. Все? Все так быстро? К Мараду и Вараду вернитесь, да? Чук-чук-чук-чук-чук. Так, а где мне эта копишка-то моё? Копье защитницы. Я именно свое же копье и улучшил, что ли, получается? Пью. Ребята, ну чё, пора нам в путь. Нифига себе, как я проехал. Ну ты готова? Или еще остались дела? Пора идти. Пора отправляться. Мне нужно на запад. И потребуется разрешение от Тенакт на проход по их землям. Где именно собирается ваше посольство? За преградой. Это каньон у западной границы Дома Солнца. Крепость Свет Пустоши на его дальнем краю. Посольство собирается прямо у ее ворот. Это долгий поход. 2 недели пешком. За пару дней быстрой скачки доберемся. Вообще-то, нам стоит переночевать здесь. И выехать утром. Конечно. Все устрою. Угу. Баюшки-баю сперва. Ну, ладушки. Устал уже, спать хочет. Небось, винишко выпил, дружище. А куда пошла Элой? В покое короля? Нет, Элой, не делай эту ошибку. Он, мне кажется, таким чуваком, что он потом от нас не отстанет. А, она одна поскакала, она обманула Варла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот обманщица, а. Не хочет его подвергать опасности. Начальные титры, ребятки, пошли игры. Все понятно. Ух ты, красотища. О, зайка. Жвачники за мной побежали. Далеко скакать. Ух ты. А, ну это этого Меридиана тоже какой-то замок. О, красиво. Музычка такая вообще прям. Респект. Маленько походит на нашу группу Метелица. Mm-hmm.
мои пуськи были. Куин Барбута, ничего себе. О, птичка. Это опасно. Не, зиму не надо, пожалуйста, только не зима. Нет. Как она не замерзла, а? Хорошо, что лошадка у тебя пить и есть не хочет, никак от ней. Бесить. Horizon. Запретный запад. О, прискакали куда-то. Из кристалли. Ха. Ни разу не видал, чтобы на них кто-нибудь ездил. Доставят в свет пустоши? Ну да, конечно, но не сегодня, пока нельзя. Почему это? И почему же? Преграду, всю долину заполонили машины. Ой-ой-ой. Меня они не пугают. Не сомневаюсь, но мне запретили управлять подъемником, пока из скрежета горы не подадут сигнал. Слушай, я долго сюда добиралась и не собираюсь ждать. Так что или ты спустишь подъемник, или я. Но кто поднимет его обратно? Ладно, ладно. Деловой. А чё ты испугался-то? Вот. Только если кто спросит, ты меня заставила это сделать. Конечно. Под мою ответственность. Посещение я преграды. Но вокруг тишина. Дым, наверное, от чего-то, что разбили машины. А тихо, ну. Потому что вся работа приостановлена из-за всех этих дел. А что за машины вам тут докучают? Очень злобные, целые стаи. Их называют сикачами. Ой. Но раньше в преграде их никогда не видели. А тут понабежали не пойми откуда. А охотников у вас нет? Охотники-то есть, но никто не хочет связываться с Ульвундом. Он считает себя начальником скрежета горы. Остановка работ и его идея. Ага, ясно. Ну, я тут проездом. Меня ждет посольство. Торопиться тебе некуда. Посольство тоже приостановлено. В каком это смысле? Слышишь, вот тебе и ответ. Кто это? Жрец солнца Карка. Спустил его вчера, где-то за час до того, как появились машины. Очень важный человек, как он сам говорит. Посольство у света пустоши, и он должен его возглавить. А? Чудесно. Почти спустились. Прикольная эта штука, кстати. Если сейчас же меня не послушаешься, сам король солнца узнает о твоей дерзости. Из-за тебя я был вынужден всю ночь дрожать в палатке. Беззащитный, я мог погибнуть. Ха, меня вывозить не хотите, а вот эту, кого? Девчонку Нора? Дикарку. Дороги, дубина. Вуадис, это Элой. Вуадис усердный. Элой. Ну, спасительница Меридиана. Правда? Что ж, тогда я не так сильно оскорблен. Я собираюсь на посольство в свет пустоши. И ты, видимо, тоже. Нет. К этим машинам я не сунусь. И провозгласил Роман жрецов солнца самыми ценными и важными из людей. Ясно? Писание. Я отправлюсь в свет пустоши
когда капитан авангарда скажет, что путь чист. И ни минуты раньше. Ясно. И я, кстати, дружу с капитаном. Где сейчас Эрент? Я бы хотела поговорить с человеком действия, капитан! А не слов. Вуадис. Вуадис усердный. Вуадис усердный на рассвете послал Эренда и его солдата расчистить путь. И вот на рассвете... Так они в долине? Да, хотели осмотреть руины в левой ее части, следы поискать. Ясно. У вас тут всю работу остановили, а снаряжение улучшить можно? Кузнец в скрежете горы пустит тебя за свой верстак. Что до секачей, тебе стоит сделать кислотные стрелы. Лучший способ завалить их — попасть по емкостям. Спасибо. Я найду Эранда и приведу его. Спасибо за подсказку. Куда ты собрался? Обратно наверх? Ждать в безопасности? Прости. Подъемник не берет пассажиров, пока не дадут сигнал, верно? Точно. Ну, я поехал. Что? Что? Джон, проводи нашего усердного друга в скрежет горы. Конечно. А я найду Эренда и помогу расчистить путь. А потом, чтоб без промедления. Свет пустоши. Посольство. Если такова воля солнца... Такова. Уж поверь. Доберитесь до скрежета горы, найдите Эренда. Вот ты насколько здесь миссий. Вау, красотища-то, ребятки, какая графика, да. Хорошая в игре. Так, ага, смотри-ка, тут еще какие-то штуки есть. Ага. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, сегодня закончим, а то столько болтовни всякое разное было. Давайте завтра продолжим. Наверное, сперва сходим в город, улучшение поделаем, да? А там уже, знаете, в принципе, можно будут эти точки поизучать, потому что тут, смотрите, новые всякие товарищи, кто их знает, что от них ждать, да? Увидимся завтра на канале на продолжение игры Horizon Запретный Запад. До новых встреч, до свидос.